Не грустите, ребята, осенью, потому что осенью мой день рождения. Он будет в четверг. Правда, следующий, но все равно. Это хорошее время года, и, ну, можно немножко всплакнуть под какую-нибудь грустную группу, типа Рикельм. Но в целом, в общем, надо бодриться, потому что впереди еще полгода зимы. Вот тогда и надо грустить. А пока что все очень хорошо, и снега нет.